Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим Ботаникулу. Ботаникула — это свежевышедший инди-квест от создателей Машинариума Самороста, то есть студия Амонита Дизайн чешская. Их игры всегда были крайне необычными, своеобразными, всегда были сделаны очень натурально с душой и очень по-доброму. Это сразу как-то чувствовалось. С экрана натурально лилось тепло. Это, по-моему, было хорошо. Что же из себя представляет Ботаникул? Это такой своеобразный взгляд на мир вот этих разнообразных мелких существ, которые живут в траве, и это, по-моему, круто. Я, честно говоря, не знаю, что тут особо комментировать, но я вам просто хочу ее показать, потому что эта игра, она, ну, натурально, я ее очень долго ждал, и она того стоит. Она еще в Стиме даже не появилась на момент записи, ну, на днях появится. Я ее купил... Epic Konobu, у нас есть интернет-магазин, они продают игры, которые будут продаваться в Стиме до, собственно, того, как они появятся в Стиме. Так, мы можем позвенеть луной или звездой. Ну, вообще, нам тут нужно вот так вот проращивать эти почки. Чтобы наше дерево, как говорится, росло. То есть я начало знаю маленькое, я пока настраивал запись, я уже посмотрел, что да как тут происходит. Завязка следующая. Вот этот вот гаденыш, он просто сожрал все эти почки, но одна выживает, убегает, и нам нужно будет ее, собственно, спасать от этого засранца. Наша компания состоит из четверых, по-моему, лесных придурков, лесных болванов. Я не знаю, как это написать, ну там, желудь... Травинка, грибочек. Такие, в общем. И вот один из них нашел. Очень такая своеобразная вещь. Нам нужно, короче, посадить это дерево, и тогда из него что-то вырастет. Ну, то есть, посадить это семя, из него вырастет дерево. Такая наша вот добрая задача. Увидел предназначение свое, паренек говорит, да нифига себе. Пацаны, говорит, идем сюда, смотри, что нашел. И вся лесная братва побежала осматривать. Ты посмотри, говорит. Давайте, говорит, я с собой возьму. И пошли. Короче, наше первое задание — это найти вот для этой птицы 4 пера, чтобы она смогла улететь, и тогда мы сможем двинуться дальше, ближе к корням. Простите, говорит, ребята, но пока что не могу. Перья принесите мне. Наша братва, естественно, пошла искать. Так, а вот что дальше делать, я пока не знаю. Давайте будем разбираться. Опа. Муха летает. Или что это такое? Так, одно перо у нас. Отлично. Как видите, тут особо комментировать даже нечего. Это игра из того разряда, что это не совсем игра, это скорее как... Вот есть вот расслабляющая музыка, вот это расслабляющая игра, то есть там звуки природы, допустим. Вот эта игра того же разряда. Просто после тяжелого трудового дня она позволит вам натурально... расслабиться, получить удовольствие, при этом практически ничего не делая. Так, мошка? Еще побольше. Ну это пчелы, похоже, да? О, тихо, спокойно. Без нервов, ребята. Так, ладно. Кого же мне туда применить? Грибок, ты сможешь? Нет. Явно не сможет. А ты туда просто не пролезешь, да? Какую-то это нашел. Так, а ты, может, желудь, что сможешь? Что-то его неудача, похоже, ждала. Заберите, говорит, своего придурка.
Так, ты тоже что-то не то нашел. Ладно, понял. И тобой тоже. Так, кустик, ты можешь. Пойдемте-ка сюда. Ага, вот, отлично. Два есть. Эти ребята, они сами по себе. Компания настолько крутая, что я уже их обожаю. Так, тут семейка нашего Ромы Желуди местного. На них можно поиграть определенные ноты, похоже. Так, спокойно, без нервов. Ну, тут, похоже, делать-то особо нечего, да? Это что? А, понятно, это типа местные звереныши. Ну ладно, пойдем отсюда. Так, что у нас с этой стороны? Ага, давайте посмотрим все листочки. Отлично. Ну прости. Да, это было довольно подло. Так, что у нас может быть здесь? Здесь, по-моему, тоже перышка нет. Здесь у нас гриб жил, его хата. Так, ну ладно, уходим. Блин, ну это круто. Игра стоит всего 195 рублей, то есть она в Steam еще не появилась, но... Она будет стоить 195 рублей, то есть сущие копейки. Если кому-то нужно, то бегом покупать. Мне вот в последнее время только игры жанра инди дарят какие-то эмоции, ну, кроме хорроров, естественно. Так. Это мелкий собачонок какой-то. Поэтому игры такого плана я очень люблю. Может, у тебя получится. Пошел вон отсюда, говорит. Так, желудь, может, ты своей массой... Тоже нет. Так, ладно. А, вот, смотри. Отлично. Блин, это настолько же круто, насколько и глупо. Я не знаю, блин, ну... Вот что тут... О чем тут вообще можно говорить, что тут комментировать? Это просто нужно видеть и нужно играть каждому, на мой взгляд, кто любит такого рода развлечения. Потому что вот все время, пока я играю в эту игру, я улыбаюсь. Так, давай, птица, назовем тебя так, лети. Музыка приятная, опять же. Да, не за что, пойдем. Так, грибы. Тихо. Что-то, говорит, нездорово. Смотрите, грибы на нас смотрят. Грибы, похоже, какие-то галлюциногенные, да? Неплохо их кроют. Ладно. Так, хорошо. Это что такое? Понятно. Это типа обучение было. А будем знать, с грибами лучше не дружить. Грибы у нас наркоманы. Тихо. Там, говорит, паучок такой. Точит листики. Я, говорит, боюсь, как страшно жить. Каждый сам себя. И убежал. Давайте посмотрим. Так, это у нас что, улей? Или это калибри? На калибри похоже, да? Так, тихо. Я думал, она нас сожрать хочет.
Кушай, кушай, дорогой. Звучка вообще шикарная. Так. Ага, хорошо. Ой, а это что? Тут вообще какие-то амёбы плавают. Так, вами что, управлять нужно? Не совсем понятно, но похоже, что да. Так, как мне теперь тебя... Я по ним нажимаю кнопкой, они ускоряются. Видимо, мне как-то нужно вытолкнуть вот эту хрень отсюда. Так, давай. Или нет? Смотрите, ключ какой-то, да? Что-то никто не хочет никаким макаром сюда двигаться. Ну, тут, возможно, мне сюда попозже нужно прийти будет. Ладно. Тихо. А вот и он. Валим. Паника у народа. Так, это что? Типа карта? На карту похоже. А, ну да, это карта. Вот тут у нас паучок, тут улитка, а тут мы находимся. Давайте вниз сходим. Это кто такой? Так, ладно. Я не совсем понимаю, что я делаю, но мне нравится. Так, давайте вниз пойдем. Ты кто такой? Вы что сюда приперлись, говорит? Я вас не звал. Идите домой. Как скажешь. Он, видимо, нам рассказал местную теорию возникновения мира. Сюда я. Блин, я не знаю, ну вот что тут еще показывать? По-моему, это все каждый должен пережить сам, если, ну, естественно, нравится такого рода развлечения. Поэтому я думаю, на этом мы прекратим. И если вам понравилось, то я вам советую приобрести эту игру. Она стоит дешево. То есть 190 рублей, ну практически 200. Как бы там ни было, я думаю, лично мое мнение вы поняли. То есть эта игра как минимум достойна покупки, потому что она, на мой взгляд, прекрасна. Она прекрасно выглядит, она очень добрая, очень смешная. И вот все время, пока что я делал вот этот первый взгляд, я натурально улыбался. На мой взгляд, это круто. Так что, в принципе, на этом все. Увидимся в прохождениях, в следующих первых взглядах. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.